Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Это я Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что... Я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам. Еще валькирия. Что нам делать с ней? Что бы вы ни решили, будьте осторожней.
сзади! Что мы боги. Зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас успеть в Йотунхейм? Лучше было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Дело рук Одина. Не попал! Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым, и Фрея. Злой, так это асы. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались.
обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. И замедлился.
живой мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Сын. Неважно. Хочется лезть на гору трупов? Этот зал, но нужен другой путь наверх. Тебе не по нраву мой тон. Ладно,
еще, Валькирия? Наверное, надо что-нибудь сделать. Не наша забота, голова. Будь осторожнее, Трей. Ты разве не это хотел сказать? Как знать. Ты же помнишь, что тут не подняться? Если ты не учишь. Ты не внемлешь моим урокам. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу, но это не тема для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю.
Ого! Сдохни! Стой! Берегитесь, впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Смотри. Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий?
раньше мне было жаль их убивать. Сюда! Пошли! Сдохни! Нет, стой! Thank you.
важно. Мне следовало бы вам помочь, так что... Привет. О, я рад, что все еще полезен вам. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Тебе совет.